Во французской столице в честь летних Олимпийских игр откроется выставка современных китайских художников под названием «Из Пекина в Париж». Мероприятие также приурочили к 60-летию установления дипломатических отношений между КНР и Францией и году культуры и туризма двух стран. Уже в мае парижане смогут познакомиться с произведениями, которые представят все разнообразие современной художественной жизни Поднебесной. В экспозицию войдут более 200 работ. Организаторами события выступают медиакорпорация Китая, Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции, профессиональная футбольная лига, а также несколько местных художественных объединений.